Честно так честно. Так, ладно, 3-минутная рекламная пауза, и, наверное, пора кого-то уже в скайп звать. Так, чувствуется, нас сейчас много будет. Так, а что там факер пишет? Так, факер клиент обновить сейчас. Так, ладно, факер есть, и нужен еще один человек. Инвайт Олега. Инвайт факера. Йоку инвайт. Всех инвайт. Нужен один человек. Так, ладно, поехали, звоночек в студию. Алло. Алло. Добрый вечер, Дрюс. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Что-то, добрый вечер, добрый что-то вечер. Громко-то как. А вот, нормально все. Фак, а чё ты так сказал, как прям очень чувствительный человек? Про что? Ну, вот это вот. Добрый вечер всем. Здравствуйте. У тебя проблемы? Не, Иван, нету. У Ивана. То есть, если что, обращайся, мы поможем. Наркотики там, я не знаю, достанем все, что хочешь. Наркотики хорошая тема. Короче, Тусик очень веселый персонаж. Ну, только не закатывай, пожалуйста, фениксов никогда. Это очень важно. Не, почему? Ну, не знаю, то есть отдавай ген просто так. Да ладно. Это было неприятно. Митяй, да ладно. Просто могу сказать только одно. Да ладно. По-прежнему в Google Chrome не работает чат на Твиче. Просто горю с этой хуйни. Ну, лично у меня. У меня работает. Да? Хорошо тебе. Клайд, Трюса и слот. Походу нету. Походу Клайд у нас тоже есть, плюс один. Да я не умею в это играть, пишет Илюха. Так, блядь, я что ли умею? А если кто умеет? Я хз, ну тут в ЕГЭ умеют. А, ну да, кстати. Так, или все-таки есть слот? Блин, а чем мы в этой конфе? Пойдем лучше в этот самый, в медицину. Ну, пошли, это ты собрал конфе. Пойдем. Все медицинчики. Добрый вечер, Дрюс. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, Андрей, добрый вечер. А чё, Кекс? Слушайте, так можно в разные конференции заходить и друг другу просто говорить «добрый вечер», причём делать максимально интеллигентно, и будет казаться, что стрим и наша община просто невероятно интеллектуально обогащена. Отнюдь. Да, но на самом деле хуй там было. Да, это факт. Предлагают почистить кэш в хроме. Я вчера чистил, ни хрена не помогло. Может как-то... Попробуй почистить зубы, например. Фак. Кстати, это тоже не очень помогает. Понятно. Понятно, понятно. Зайти в аккаунт Твича. Это вообще какой-то... Если все настолько просто, то это вообще какой-то бред. Вообще хотел взять сайленсера в честь нового сета на него. Но потом подумал, что пускать лича в хард такая себе идея. Я тебе так скажу, Митяй. Тусик? Такая нет, тварь. Нет, тусик огонь. Я с утра встал, думаю, нахера мне этот смявол, который этот физ с интернешнл, если я не пользуюсь, и загнал его на торговой площадке. И теперь у меня еще 4000 осталось. Я себе скупил все, что хотел. Хорош. Топовый курьер. У меня еще штук 5 валяется. Хорош. Рекомендую, короче. Трейдер. Митяй, если да что, нет, ты... я их закупал, еще найти это себя. Можешь пользоваться стримом, вдруг кто-то хочет чего-нибудь купить по очень выгодным сценам. Сценам, точнее. Сценам. Продам игры на Players for Players с собой. По очень выгодным ценам. Помедленнее. Блин, реально перезашел в аккаунт и типа заработал. Что за хуйня? Фак, давай без мата, ну чё ты, как, я не знаю. А, сегодня день без мата? Да. Нет, не то чтобы день без мата, просто вроде как начали, знаешь, особо не это самое, не бранными словами, То есть там не нужно... В пизду, блядь, я не могу говорить уже. Чего, Вань? Ну типа должен же быть какой-то один быдляк, или нет? Давай это я буду лучше. А, ну давай, хорошо. Мне это хорошо получается. Окей, только без это, без наездов на меня, близ. Чё, блядь? Выбери себе жертву другую сегодня. Бля, ну смотри сам, ёпта. Пиздец. Не подскажете, как пройти в консерваторию? Ну, куда, блядь, какие нахуй консервы, ты чё, блядь? Ты проблемы здесь ищешь, сынок? Че, блядь, чья проблемы сейчас будут, ёпта? Ты знаешь, с кем ты говоришь, блядь? Знаешь? Это уже какой-то не быдляк, а алкоголик становится. Плавно перерастает. Да-да-да, который не может ничего связать. Кекса надо добавить еще. Да он есть, он просто молчит что-то. Нет, он из не берет трубку. Да его нету из этой конфе. Да как нету? Да он уходил уже давно. А почему? Ну потому что он сказал, что тут флут. Ну так здесь действительно флут. А, ему не нравится. Здорово, Илюх. Привет. Привет, Илья. Блин, что-то нос заложился. С открытым окном, наверное, спишь. Да, да. Как ты устал? Я тоже жирный, поэтому я не могу спать с закрытым. Да, да. Воздуха, Илюх, воздуха не хватает. Пожалуйста, в доту. Да, точно, я же комментировал говно всякое. Воздуха не хватает, это согласен. А чё с настройками-то случилось? Где теперь эта кнопка? Илюх, и жарко всегда, правильно? Ты не хочешь отключить этот черный экран после смерти? Какой черный экран? Ну, когда ты умираешь, то есть затемнение происходит. Так нормально. Я его отключил, а потом, когда я умер, у меня просто экран стал доты раза в 4 меньше. А, ну вот, ты от него думаешь? Да, ну я включил потом. Я просто вчера отключил, и она была норма, а сегодня она вот тоже сворачивается, когда я умираю. Стараюсь не умирать. Чё, может пикнуть тебе героя Дред? Я бы на лече поиграл. Да. У тебя какой-нибудь тащера там или что-нибудь посерьезнее. Да, я даже не знаю на самом деле. Дай подумаем. Давай. Так, значит, какие герои вообще есть? Смотрим. Библиотека. Так, на ком бы я хотел сыграть? О, тащера, давай мне... Знаешь, кого? Давай... А, не, ну его нахер. Угу. Х-
Хотя... Нет. 9 секунд, 3. Алло, здорово. Здорово. Ну давай тогда рандом, наверное. Ну ладно. Как раз тебе бабки. Да. О, слушай, а тебе повезло, мне кажется, он уже апнутый теперь как-то жестко. Да, ну поехали. Я уже, правда, играл на нем недавно, но... Это было весело, Андрей, это было весело. Так, ребята, а ты выиграл или нет? Да, дайте мне пару деревяшек, пожалуйста. Был победителем. Будьте добры. Я в оффлейн пошел. Спасибо. Давай, фак. Пока. Кекс, как дела у тебя? Я, нормально. Когда ты доигрывать будем? Не знаю. Ну, в этом году, надеюсь. Хорошо. Партия у нас затянулась, Кекс. Да. Так, значит, надо вот это купить. А что изменилось в Личе? Скажите мне, а то я бухал последний. Frost Armor кидает на ТВР. Все, понял. А урта с Аганимом не имеет количество баунсов. Да, прыгает бесконечно, пока есть цели. Там Роксы забавно, сейчас на эншентах ее кидали, она там жила, короче, своей жизнью. Ну, то есть можно героев убивать, и можно в эншентах кидать. Угу. Ну, типа можно, я так понял, можно штук 6 скопить на эншитах, потом кто-нибудь мимо проходит. Да. Потом тебя ломает топ, а ты стоишь на эншитах, ждешь, как кто-то придет. А они скапливали там или чего? Да он ее просто габлак закинул, напрыгала там. Я сегодня чей-то стрим смотрел с утра, часов, наверное, часа 2 дня, и там тоже закидали 3 ульты, но так никто и туда не подошел. Я там снизу хасту взял. Я вот еще ни разу не видел, как закидывали много ультов, и что кто-то подошел и сдох. Видос сделали. Понял. О, нормально. Витя, вот всегда у тебя весело тебе, наверное, живется. Постоянно движуха какая-то, телевизор кто-то смотрит сзади всегда. Сорки, да, есть такое. Или храпит. Завидуешь, Андрей? Храпит. Ну да, у меня-то чего. А тут зато у тебя окно открытое. Это да. Его просто нет. О, толстячок прибежал. Опа, понятно. Так, меня видишь, что? Я понял эту триплу. Стандартную. Фан. Хотя бы господин Эмбер Спирит не можете рубить на третьем левеле, по тауэр тебя закинув. Колда. Блин, мне не нужно так много хп. Надо, чтобы тауэр меня пару раз ударил. Тихо-тихо, Рубик. Отведешь со второго? Угу. Спасибо. Добивай там. Так. А на втором левеле Эмбер Спирит меня может... Ой, не Эмбер Спирит, а этот... Каменный может меня убить или нет? Нет. А с какого левела может? Уровня с 16-го. Ой, Илья. У меня нет скиллов. Ладно, я просто его стрел. Как всегда, Last Hit сейчас на уровне. Ну, руну ушел забирать. И нашел реген. Он был целый, поэтому я думаю, что... Как на плашечке все равно испытываю некий дискомфорт от того, что кто-то бегает, руны собирает. Слушайте, а только я Митяя не понимаю. А он? Раз, два, три, четыре, пять. Не, Митяй, я тебя прекрасно слышу, просто ты так быстро порой говоришь, что я это... Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно... Не-не-не-не-не, все, завязывай. Не, да? это все понял, это вот понял. Ладно. Что-то про Африку, да, было? Я запулю. Текст, ты пьяный, что ли, опять? Я? Опять? Да. Я режим меняю себе, я не... Задача продержаться еще пару часов. Ты умер. Я забил на режим, Кекс. Ой-ой-ой-ой, сейчас разогревочная! Пах! Хускар живет. Хильцы надо живет. Надо было стрелять. Да, я знаю. А, есть апнуть курьера? Есть. Есть. Короче, я буду просто автоатакой бить этих крипов. Хусиком невозможно под базой добивать. О, пошел. А, невозможно, оказывается. Ребят, поучаствуете?
Да, надо по. Опа. Все, участвует. Главное, части. Так. Ну что, я в Мекку сразу. Как всегда. Да, дай танго мне одно. А как там те реварды передаются? Я просто видел сегодня чрезвычайно большое количество фейлов. Да, я тоже. Короче, с вардами на базе тут что-то изменилось в этом. Да, плане. Надо удерживая Ctrl передавать их теперь. Кликать на инвентарь. Я схожу, заберу. Так, курицу несу себе. Блин, это не стремился ты вот этого билда с мекой, то что нету демоша. Ни хрена не добиваешь. Вообще ни хрена. Кошмар. Убер вон к нам заходит. Но он как-то определиться не может. У меня мясанулись. Двое. Трое. Рубик в центре. И панда в центре. Кекс. А вы уже это закончили кокаином торговать в армии? Днем надо идти просто. Ночью да. Очень мало народу в этот режим играет. Но это круто на самом деле. Ты же всегда мечтал наверняка и в жизни приторговывать. Я аппарат в центре. Ну да, я люблю торговать. Это игра для тебя. Ну еще там сейчас у нас, вот как мне показалось, еще задача. Поехали. Барык там где-то садить. У тебя ушли, Митяй? Или еще нет? Едет. Вроде как все ушли, то есть я прямо сейчас никого не вижу. Инвокер на месте. Сломал мне трапу. Но только одно. Илюха, дай там гус один, пожалуйста. Благодарю. Митяй, там это, теория большого взрыва, что ли? Да, походу дело. Я не смотрел. Обычно руна снизу. На общаге. У тебя прям какая-то интеллигентная, походу. Я заберу, да? Да, наверное, забирай, я хасток-ток завязал, у меня фул хп, фул мп. Да давай, давай, ну чё ты ссышь? Да он так и будет укатываться, блин. Ну, пускай укатывается ему. Блин, ты можешь прийти и еще раз убить. Когда-нибудь у него не получится, да? когда я смогу забежать по-человечески, чтобы он в меня укатился. Подожди, я только дальше зайду, что-то саппорт. Просто забыл уже, как против этого персонажа играть. Нормально, берем. Берем. Что берем? На топе аппарат с тиником. Ну, аппарат вроде ТП-шку сделал. Он там в магазин пока... А, нет, стоит. Блин, стоит. Как же все-таки неприятно хусиком против аппарата играть. Вы бы знали. Илья, купишь варнишки. Я сейчас куплю. Смотри, его принесли в бит. Че, что, где? Он укатился. О, все, укатился. Ну, я типа бегу, но... Нет, никого-то. Ну, он забирает по-хорошему. О, даже экспулечку мне дал. Но... Да купишь варнишки или? Я прям сейчас. Да, сейчас куплю. Стой, ну подожди, ну. Дай разок еще, разок плюну. Можете прямо сейчас курицу не взять, мне хрипадами даса. Так, а где кто инвокарь? Фак, а что там наверху? Ну, этим. Хотя не, они убегут. Ну, как-то некомфортно стоять, короче, против Митяй, чилинг тачи. Митяй, сделаем это? Давай, фак, я иду, их убивать. Митяй, все. Чего они на цели? Сделали. Развели. Давай, агрессируй. Это, кстати, опа! Третий квест, там, по идее, маны у него по нулям. Можешь убить его. Я за руну шел, маны по нулям тоже. Сейчас попробуем, Митяин. Там кулснап еще есть. Спасибо. Ну все, он приехал. Hello, там friends. Тебе МП сейчас. Дай мне МП. Хорошо. Он наркоман совсем?
Это иди сюда, на мою задницу. Это не обязательно. Ладно. Ну ладно. Так, сколько там? 30 секунд. А с аганимом на всех уровнях. Ребят, этого возьмем? Секунды 4, типа. Ванскор возьмем? Я захожу. 4, значит, на всех уровнях. Приятно, приятно. Можешь принести все три пачки сюда, если вы умеете? Поломали мне трепы. Да. Ну, возьми их самый скорый. Тебе есть слот? Сейчас форману до ПТ-шки сразу этот пак. Я уже пойду. Какие возьму? Ты на меня нажми, чтобы выложить меня. Да, я уже сделал. Можем чайником или я забрать это. Хочешь? Стак ты? Ну, 3 минуты всего, кулдаун маленький вот. Да блин, нет, наверное, не буду. Ладно. Она же без аганима пока. На миди проблемс. Да счет я троих тут не ждал. Два вард сломаю спокойно. Не, вон четвертый идет. С троих не ждал, то четверо. Угу. Так, а это тут такой красиво летит. Тимнис про Костине. Все, я пойду, наверное, теперь. Ну хорош, хорош. Ну перестань, ну! Илья, там. Поможем? Да. Ребята, а, немножечко, немножечко, буквальненько, буквальненько, чуть-чуть, чуть-чуть. Блять. Да хуй ты угадал, Тине. Попался. Блин. У него, наверное, сейчас так пердак горит. Мне нравится мой чар. Так, пора купить вот эту штуку. Хотя, блин. Ну, да, ладно, куплю. У вас там много. Тихо. Опять шальтини? Эка есть там, да? Блять! Не надо! Я ненавижу этого ебаного сука. Так, без обид, я. Чертов аппарат. Вот все бы ничего, но этот сраный аппарат. Ёб. Я у него еще мои стаки нашел. Тут инвокер был только что ж. Блин, вот что. Как, ладно, все, хватит гореть. А ты кому? А, ты Илье стаки эти делаешь? Илье? Нет, я не думаю, на самом деле. А кому? А, себе, я понял. Фак, я понимаю, как ты на них смотришь. А тут инвокеры, тут, походу, они хотят стаки, ребят. Так, ну чё ты слышишь? Что это? Почти. Надо было стик на меня прожать, Илья. Я не умею, это слишком. Там круто. Через Ctrl-Shift Delete. Точно для себя? В смысле, стик прожать, ну, можно? Из меня только, не этот, в любом случае их не трогай. Ну давай. Брессайся и захар. Сейчас, да. Ты очень сладкий, конечно. Блин, 12 секунд, да. А, нормально, там хуй. Так, и пока я пикаю плоту, и сейчас приду. Угу. Подожди, Кекс, ты сказал, стик можно нажать? Да я ж тралю. А, ну ты затралил меня тоже. Поздравляю тебя. Да? Ну, так, затралено? Равагу, Фризенфилд, вот это все. Да. Я вообще Фризенфилдом хотел это забрать их. Не, ну давай, я просто опыт почекаю, у меня типа есть дагер уже. Ну давай, потанчи маленько. Да. Я с Равашкой, я с дагером. Я готов на какую-то авантюрку. Подойди в мид, ультани Бенвекера, хейлвокер. Т2, давайте, пойдем. Говнюк, а? Ну,
Летаю. Здорово. Пойдем просто Т2 сломаем. Давайте. У них не должно быть сейчас ульты и аппарата. Почему так думаешь? Ну потому что он только что прошел лес. Да, он там 30 секунд остался, наверное. Блин. Так что долго прохлаждаться не стоит. Так я обхожу через верх. Фак, если готов, то... Смотрите, какие хитрые. Просто жми. Так, он там инициация какая-то. Он украл Anchor Smash. Украл Anchor Smash, врывается у нас тут, не как его, Хускар, поднимают его, он плохо себя чувствует, прожимает все хилы, живет пока еще в тине, фокус, full DPS тине наносит. Надо немного побить их Хускара и всех бить, всех бей, Хусик, молодец, живет ведь еще хорошо. Так, регенится дальше. Ага. Этого есть, стан и жить. Ай, ты ж, сука, тычка какая страшная. Там навыкупались, что ли, сели? Что случилось? Один выкупился у них. А кто? Инвокер, походу. Уёба. Блин, под Frost Armor'ом еще. Ну как? Ну, надо да. Как-то, не знаю, что мы не так сделали. Давайте не так будем инициировать, когда мы они весь что в пятером идем, а будем убивать их по одному, по двое, потому что герои... То есть аппарат, и мы вынуждены в пятером прийти, чтобы бить Хускара или меня. А если мы будем идти в пятером, не надо будет приходить в пятером, либо они уже будут на одного кого-то приходя, убивать второго. Я что-то опять ничего не понял. Слишком много дослов ты сказал сейчас. Боже, я тупой получается. Ладно, я пошел вверх пушить. Для этого особо ума не надо. У них на топе стоит Сентри. А, это мне не страшно. Меня пытались загангать вчетвером внизу. Типы. Будут забирать тауэр. Да. Ребята, их на мою иллюзию забайтить и потом поговорить. Да ульты у меня 40 секунд. Я могу разговаривать с ними через 40 секунд. Здесь вард, если чё. Не ведут смятей. Не так просты. Да, они видели, потому что у них где-то тут вард стоит. Есть вторая ровашка. 20 секунд. Вторая ровашка. Так, что дальше делаем? Можно брать, типа, на миде двое. Они наши. Захожу с фланга. Могу на себя их забайтить. Все, захожу с фланга, все, поехали. Да надо, нет. Вторая ровашка летит, да? Нету. Ровашка. Как-то очень много врагов, очень мало союзников. Хреновая ситуация, действительно. Там к вам еще подходит кто-то. Ну ты сказал, можно забайтить, а я сказал, что у меня роваги нет. Ну я понял, что у тебя нету, просто их было двое, напал на меня четверо. Меня вот это смутило. Я думал, у нас есть ровашка. А теперь есть ровашка? Сейчас, да. Теперь есть ровашка. О, ну пойдем. А, ну пойдем. Только меня сейчас уже убьют. Я могу выкупиться. То есть там тот же Тиник становится очень, летает, очень да. Напряг. Чё-то налетал, заебись. Так, изо всех сил иду. Ровашка-то еще есть. Хорошо. Заберите только кто-нибудь есть. Потом даст ты с базы. Чё, Митяй? Идем. Ой, Митяй. Фак, идем дальше? Да, конечно. Я Мекку собрал, если чё. А у меня есть уже. Да? Блять, а чё ж ты? Да ладно, по очереди будем. Как-то странно. Один до ульта аппарата, а второй после. Сразу после. Да. Можно в мид получить поддержку Тайда? Тайд уже без ТП. Тайд может выйти через бок. Он идет к нам. Рубен валит. Ща. Благо она короткая. Как рота. Да. Смотри. Это за Мерц. А, почему я? Почему я? Возьмите. Андрей, так, отойдем? Там, нет? Не, я не отойду уже. Фак. Понял. Бля, теперь я не отойду.
получается так. Привет, я тоже не отошел. Фак, или отойдешь? Опа! Гладит тебя. У него, фак, было минус 110. Сука. Вот это вот Тини с аганимом по 100 дэмэджа. Митя, ты хочешь убивать их, не? Мне кажется, хочет, но стесняется. Я понял. Хочу, но не могу, там опять даст эссентрия. Не надо стесняться. Знаешь, почему я не могу трапы взорвать? Потому что ты просто... Ну, что у меня пол экрана, и они не жмутся, если нажать на них просто мышкой. Так, и вот не убирай себе черно-белый. Так как черно-белый, ничего не видно. То есть так плохо и так плохо. В смысле ничего не видно? Нормально? В прямом, то есть я совсем серый не переношу. У меня дальтонизм только наоборот. Меня серый выводит из себя. Надо посветнее, помощнее. Давай теперь... Мег есть еще, Андрей, если будет совсем жопой. Да какой-то ты, у тебя там откуда удар идет? Блять, мне чуть кажется, что Тини нас развалит в лейте. Не, я ему минус 60 буду делать. А, ну а если минус 60 будешь делать, то тогда, конечно, 60% урона. Слушай, продам я, наверное, свою мегу, так, нахуй. Блин, мне надоело быть в таверне. Короче, я пойду наверх, куплю себе ривер, наконец-таки. Купишь ривер? Да, доделаю себе с этот самый сатаник уже наконец-то. А сколько у Тини стан теперь с пассивочкой работает? Там... 2,5, по-моему. Какие 2,5? Ты что, сдурел? 2,5 это очень много. Дота 2. Я с Равашкой, я на миди. Они, по-моему, сейчас пойдут. А, простите. Давай. Меня. 1,8. 1,8, охренеть. Хуй что полетел. О, промазал. Ну как промазал? Промазал. Промазал, никак не промазал. Снизу сентри стоят на роше. Прошми, все мучительно. А, ты продал уже? Да. Все. Бустер. Ты зачем я прожал? Тебе же транк вели. Да, блядь. Да я на самом деле просто уже немножко устал. Но зато откатаешься. Правильно. Ну что, пойдем на центр тогда? Надо. У меня сейчас... Там весело на центре. Топор куплю себе только. Ой-ой-ой, ебать, фак. Как там весело на центре, фак. Чего же ты не позвал? Остальных будем брать? Да не бей ты меня с руки вообще, блядь! Фак, остальные будем брать? Минус 142 у него, фак. О, постой, Митяй, постой. Ну-ка, стой! Постой, паровоз. Не стучите. Колеса. Ага. Андрей, как ты встанешь? Окей. Ой, хорошо. Ты же сдохнешь, правильно? Всё. Бля, все равно деремся как-то раглином. Да, потому что так, вы начали вдвоем драться. Ну, нет, начали в Митя, и я пошел его спасать. Ну, да, я БКБшку собрал, не в себе. Так ты бы сказал, что ты идешь его спасать, мы бы раньше прилетели. О. Спасли бы его да вместе. Да что, сдурели там все нахер. У них приятные герои. То есть без Раваги? Я пошел. У них приятные с Равагой, у нас приятные. О, Тини, здорово. А кинь фростарморные дреда. О, да, в натуре кинь. В натуре тебе совсем не убить тогда. Тебе я трапа не могу выделить. Ты борода. Забери, Иван, вернись, забери даст. Хенвокер в инвизе. Я умираю первый, зачем он мне? Ну, так, хера, так она базе лежит. Вдруг, ну, то есть, ворвешься, нажмешь. Так, ладно. Сейчас у меня уже... Будет сатаник. А есть смог, может быть, у кого-то? Нет, есть досты. А то бы я пошел бы, Рошана бахнул. Да я сам могу, наверное, бахнуть. Просто у них там стоят досты и варды. Я пойду побью, если ульта аппарата прилетит, то я отступлю. А если она прилетит? Секунд. Не, одна просто. Ты Рубик уже здесь. 40 секунд, Андрей. А, 30. Да, идут. Все, прилетело.
Так может сразу после ульты аппарата туда? То есть они все начнется откидываться. Так давайте просто ворвемся через 20 секунд, убьем их. Нажми там Мекуна, пожалуйста. Хорошо. Иду драки. Поехали. МП дам. А второй-то нету. Блин, Илюха, видишь, как получается. Вроде две меки, ха-ха, они собрали две меки, а по факту... Ну чё, пойдем, фак. Да-да-да, 5 секунд. Я с БКБшкой сейчас вообще нормально буду драться. Илюскин. Ну, прям на аппарат поставил. Прям близко. Так, надо кого-то цеплять уже, нападать, драться. На аппарату уже Нет аппарата. Ну, всё. Аппарата есть нет, просто. Это приятно очень. Так, гайс, я иду впитывать. Илюскин зачем забрал, я взял. Я что-то подумал, потому что... Я стал считать, я на следующий его заняли. Блять. А я без МП остался. Господи, сколько можно? Через 3 секунды, 2, одна? Ребят, одна, на денег надо искать, лол, где он? Кто пошнулся? Они уехали. Так, хорош. Бля, МП, можно проблемы, успеть, пиздец. Евгений, факт. Аппарат-то 10 секунд нету. Да, еще аппарат сейчас, поедем. Смотрите, короче, просто... По идее, успеваем. 5 секунд, сразу отойдем от него, и все. Бля, он, на Рошана не работает, Анкер Смэш. Все, он кинул, смотрите, отходим. Смотрите, она уже мимо летит, представляете? Так. Сейчас выжидаем. Оп, мимо. Да ты пошел ты в жопу. Это я не те, Кекс. Спасибо. Ну, стоят, ждут, что-то караулит. У меня... Равага есть? Только на Равагу, да. Так, ребят, сейчас сатаник летает. Хусик слабый герой. Ой, хусик. Хусик сильный. Там у нас линии пушится в этот момент, очень нихуево. Так, удачно. Посмотри, они сейчас увидят хпшечку и такие, ой-ой-ой. Блять, и мне уже... Ты это, Митяй, прижимаешь, забираешь, как там? Ай-яй-яй. В нас кинули, да. Я тоже попробую. О, попробую. Себе, наверное, забрал. Вокер вообще без костов, вообще ноль. Так, это приехал. Это возьмешь, Андрей? Ой, хорош, фак. И смотри, вот этого я. Тихо-тихо, жить, сука! Да какой страх. С руки, на. Ребят, есть какой-то барабан или... Так, сейчас я это... Отвратительный, я отвратительный говорю, герой. Давайте кто-то другой заберет даст, потому что я умираю просто первый. И кричишь, да? Зато при этом очень весело. Классно у тебя получается, как бы. Или это факер был? Это факер был, да. Так, ну что, давайте погрызем здание теперь. Нам бы отпушить свои лайны, на самом деле у нас. Я уже ушел, мид. Грозить что хотите, меня не будет. Так ну, там что не пушится. Так, а вот этих вот древних румблхайдов. Громоящеров видишь? Да. А, не надо! Как неожиданно. У тебя их там есть? Да. И ты с ним сможешь что-то сделать? Да я не, буду драться, как лев. За БКБ ничего не сделаю. Сильно не сделает. Какая боль. Все, я понял, ах, делаю какая БКБ. Боль. Такая... Я такую... Больно, ребят. Да у них варды везде, пошли, не ушу. Я им купи. Я не хочу. Купи варды. Куда терпи. Я топор себе покупаю. На низ тут опять. Скоро мы с Ильей два бесполезных итема соберем, и все норм. Там, блин, они дальше идут, вообще шакалы. У меня 26 секунд. С глиф есть, по идее, доживем. Пойдем туда? Может, пойдут? Думаю, что нет. Ну, черт, чем глицы. Ты, да, Иван, в толпу ворвешься? 10 секунд. Значит, глиф подождем. Есть. Все. Давайте юзать. Надо тауэр как можно меньше хп, чтобы они прям такие... А, нельзя отходить. И тут такой фак. Так, а мне бы это... Че? Ты ебанутый. Блять, а
нахрен она кончится-то? Да, БКБшечки. Не тягать, странно, хватает. Да. Зря БКБ прожал. Я еще думал, что их много войдет. Пойдем на центр, может? Не-не, хотели с ним работать в паре. Хорошо, что у Ганима... А Ганима никогда не будет у аппарата. Потому что ты его фокусишь? Не, потому что он просто... Не да очень... не, я думаю, будет. Или ты его прокликивал шмотки. Там, да не, 30 минут это... любой бомж разберет, мне кажется. Как он дохнет, по-моему, никак в жизни. Хотя, когда-нибудь он действительно точно будет. А давайте попробуем не фидить, чтобы его не было. Ну, Андрей. Ты я только за. Ну, все, ребята, как? Погнали. Сейчас у нас есть ровага, меня чуть подождите, я подбегу. Пойдем заберем мими Т2, и если хороший драк, Т3. Да и сторону можно же забрать. Ну, и сторону, если очень хорошая драка. У них левелы маленькие, у саппортов. В 11-м они резаются реально быстро. О, промазал меня. Андрей, и ты выгони меня, надеюсь. А до меня не долетел. Ой, как же сложно. Андрей, что ж ты не предупреждаешь? Так а чё мне предупреждать-то? Ты уехал, ребят. Нет. Рассинхрон. Ну, то есть пора тогда не будет Ганима по такой игре. Го, ХГшечку. Давайте, давайте. Отскоцаем чуть-чуть. ХГшечку. Дизоли инвокера. Что? Дизоли инвокера. Твою мать. Интерестинг. Это ж совсем больно. Он тоже хочет с руки не бить, когда я на него буду прыгать. Ох, ёб твою ребят, мать. У меня тут неожиданно Сайленс нарисовался. Еще нас разъебали. Ой, я просто под фрост армором пока бегаю и живу. Передаст ты сентри что-нибудь, о, хороший Максон. Максон, кей. Максон. Гайс! Да я надеюсь, что Андрей будет юзать меку не только на себя. Так а я не могу, меня дизейблят, увозят там. Покататься. Блять. Так, тоже нужно с яблоком. Парни, ничего больше не могу дать. Ох, как, блядь, это бесит уже игра. Причем мы этого аппарата убили, он говорит, левел маленький, он уже жив. Не могу 70 секунд. Хотя, лол, у него там уже чуть-чуть осталось догонимо этого ссаного. Мичай, надеюсь, ты затащишь, потому что я не могу. Просто пока БКБшку собери. Да ты можешь. Да я не могу, ребят. Можешь. Блин, не хочется проигрывать, ребят. Мы тоже думали, что мы не можем кокаин детям продавать. Как пошло, знаешь, втянулись и... Да типа, ну хоть раз ворвитесь так, чтобы у нас все были рядом, типа, Дрюс, вот не прыгай с Т2 по Т3, а дождавшись там в толкучке под Тайдулю. За какой-нибудь Рошана через 4 минуты подраться. За Рошану? Прикольно, мне нравится. Битва я только Рошан. За, у меня сейчас, я пытаюсь дофармить себе этот алебарду. Да сделай себе этот рефрешер, фак. Да я хочу вот затыкать Тинника. А что они он там трутся рядом с Рошаном, он еще не отреспился? Не знаю, надо туда поставить, наверное, что-то. Илья, я храню твой танк. У меня денег вообще нет. Нет, я в смысле про свою трепу. Я просто гоним собирал тоже, и это очень... Слышали? ...трутнительно было сделать. 10 секунд, Ровашка. Еще не трешь. Забей на танк. У меня есть танго Ильи, еще с начала игры, кто не хочет купить? Блять, и здесь крипов нету, что за издевательство? Да-да, на топе. А, там еще крипы есть. Сейчас, Андрей, медасиком оставишь? Ну, вот. Конечно, конечно, давай большого, правильно? Просто, правильно. Конечно, нормально, да, нормально. Они, кстати, видишь, что чекает Роша, ставит туда эти. Да. Зато ЦМ-ка вся к твоим услугам. Блин, вся? Мы опять сейчас в разных... А в смоки не хотим их обойти? Понимаешь, а чё? Под Рошу? Вон, смотри, фак. Можно? Кстати, пизда ну что, смотри, да, факт. Вот, ну, вот у нас, я просто, смотрю. Просто смотри. Плачь, смотри. Я просто смотрю. Я пачку отпушу, иду к вам. Плачь, смотри. Они должны будут отойти далеко. Ребят, там так много. А они драться хотят на миде. Я не знаю. Ох, я далеко еще. Да, аппарата нету, ребят. Что, разворотить аккуратно? Обратно на развороте, ну ты далеко. Ребята, вот это я бегу. Типа, да, да, отошли уже, двокера видно. Все далеко ушли. Топ пойду отпушу. Ну чё, ребят, скоро мы с Илюхой вылетаем. Они же ломают. Всем.
Что там? Но это желательно. Меня с вами нет, ребят. Провернуть. Кстати, а можно, Илья, может ты. У тебя уже есть агоним? Да, так может ты предварительно им на Ancient of Ultu уже закинешь? Ты что, как будто не стоит. Да мне кажется, реально это бред, а если там Галеем. Харайс, Галем и Галем, он по 7 прыгает. По 7? Конечно. Другое дело то, что. То есть он попрыгает, и че? Ну, я не умру. А мы начнем драку на Рошане, они оттуда не, ну, заходить будут. Не, големы не умирают, големы Magic Immunity, просто по ним проходит. Все Magic Immunity, кроме драконов. Маленьких. Ну, то есть, по одному большому, они еще не идти на Саульту, или что? Да не, забей. Они все тупые, не слушай их. Ну, кроме Митяя, Факера. Я не понял, у них как-то мнения разделились, Митяй вроде как не особо в кайф. Да не, ну типа, если бы у тебя был, например, 16-й, то ульту, ну сколько мы не юзали? Минуты 4 уже, ты бы мог 4 туда закинуть. А когда мы пошли бы на Рошана, это... Ну, я понимаю, что когда я туда хунул, Митяй, давай уже, здесь, давай. Ребят, я сейчас встал, теперь пора. Сейчас Роша встал, теперь можно идти туда. Все, пошли. Есть смоук у кого-то? Да, в магазине есть. Он промахнулся. Вау, подали. До сих пор без аганима. Аппарата? Да-да. Так, доебалось у Митяя есть. Рошанчик быстро падает. Тогда ну, один может... Сирли у меня доебалось. Ну, дезолятор имею в виду. Одно и то же. Same shit. Так, они втроём... Ты, наверное, бери. Ребят, могу я взять, если хотите? Ветра вообще полетели не туда. Там вообще всё не падает. Че, по миду идем или как? Надо бы. Ну, у меня. Заканчивать идем, надеюсь. Или до БКБ пол рецепта. Может быть, дофармим Дрюсу? Давайте. Звучит давайте. Перспективно. Дофармим Дрюсу. Я вниз ушел, лайн отпушу, не поставьте, пожалуйста. Лайн дофармим Дрюсу, я ушел вниз отпушивать, я мид отпушу, а я вверх отпушу. Я больше не просто я не забираю. Это так, да, Дрюсу момент был, так что оставь... мы все были вместе. Оставь Андрею. Пол рецепта это лес. Если бы сказал рецепт, я бы оставил. Блин, надо было говорить рецепт. Надо было, Андрей. Что ж ты видишь? Плачи, смотри. Андрей, идешь сюда? Да. Пахнет смоком, ребят, чувствуете? У них вот тут на тебя не бросали. Это, да, они видели, что я иду из леса, у них в лесу вард. Ну тогда ладно. Как, ты можешь? Кто-то из них есть в нашем лесу? Уйти. Они в смоках? Я хочу левел. Не-не, Люк, нормально все. А, да, я их вижу, вон они на базе бегают. Они боятся нас. Надо этим пользоваться. Пойдем раньше, в две пачки возьмем, Андрей. Пойдем, пойдем. Я уж не знаю, кто. Sunstrike. That Sunstrike. Да, Dignitas. Бесконтактный бой. Да. Можете все, кроме хотя бы Ильи, уйти, чтобы я экспу очень. Все, да, все я бы тоже не отказался от экспы. Да, слушай. Подходи, не отказывайся. Блин, бесконтактный бой, ну благо не промахивается. Ну это. Ну, в бесконтактном бое тоже никто не попадает, Андрей. Ты что, не видел? Мы просто должны были так, типа, изображать, что там больно, и мы убегаем. Блин, мне еще очень много экспы. Да. О, надо драться. Один есть. Все, ребята, у меня есть. Ну, парни, давайте, с богом. Инмейт. Я через атаку помните? Направил. И подожди. Погнали. Давай я это по снизу сделаю на вас. Все, останемся здесь, давайте, может, вы сюда идете? А может, лучше... Вот здесь, здесь, здесь и вот здесь, аппарат герой. Как вам? Ну, пойдем, ребят, сейчас я только крипов пачку бахну еще на меде. Давайте тогда вот здесь. Вот аппарат пошла куда-то. Да, надеюсь, не у меня. Он, короче, думает, что КПД ее 100%. Го? Да. На опять втроем деремся? А меня подождать не хотите? Ребят, ну куда же вы? А меня подождать не хотите? А вот это толкнуть не хотите, ребят? Ребята, а куда вы пошли вообще? Не хотите? Не хотите. Вот это вот, прям, чтобы оно вот туда шло. Окей, иду. И мы там бы это... Сделали бы грязь. Там скоро Аегис кончится, на самом деле, мне кажется. Ну, то есть я сейчас этой пачки доебалу себе принесу. Вот, доебался, это хорошо. Тебе не понесут с этой.
Мы это, к вам к следующим готовимся? Да. Просто так играем? Ну, Андрей-то понятно, к этим готовится, а мы уже к следующим. Не, факт. Все, Митяй с Дейбалусом, ребят. Дейбалус едет. То есть он летит, надо ждать. Так они не будут нападать сейчас. Вы доебали. Реально уже Дейбалус. Фак, все эти кнопки... На самом деле, Иван, это зависть. Да, это опять твоя зависть, фак. Дейбалуса нету, и ты нас гонишь. Хотя, по идее, просто сам типа лоу-скил, не фармил ничего. Я в мувике видел. И что ты хочешь? Звоню всех оставить. Че, профит-то? Ребят, а вы бросили, да, товарищ наш? Да-да. Ну, рейс. Да. Где Равага там? Меня отталкивает постоянно, товарищ. Мне очень больно. Блять, я не знаю, короче. Мне тяжело стоять тут. И мы опять проебали этот замес. Мы деремся за таурами. Почему мы деремся я за не таурами? Знаю. Вот. Почему бы не подраться за таур? Тини сдох, выпился. Вылупился Тини. Вот его, да? Так а я его сейчас замедлю, смотри, факт. Ой, не факт, Митяй. Митяй, я замедлю, а ты ебашь его. Ты меня... Блять, не ту кнопку! Накидывает в ебучку. Ребят, вы его хорошо замедлили, Митяй. А, не, в пизду, это последняя моя катка, я что-то уже вообще не вывожу доту. Спать пора идти. Мне так, кажется, мы Митяй просто будет. Зря, блядь, так, вперед забегаем. Да, он выкупился, этот мудак. Да почему тут выкупился? Вся драка была за тварами по мне, например, блядь. Сейчас еще раз пойдем. На хайграунде прилетает. Я бы на самом деле стоял бы внизу и пусть и бил бы, блядь, в сам тавер. Митяй, а это нежданчик не хотел сделать этому Рубику вот этому? Хотел, че ты ишь. А че ты пошел сердце. Крипов фармить, если видел, что за тобой двое бегут? Не-не, меня потеряли из виду. Сложно найти, легко потерять. Надо какой-то двоучик собрать, на самом деле, против Синика. Я предлагаю драться, вот, когда мы это забираем, драться вот тут. Вот тут, а не вот тут. Подожди, где еще раз покажи? Вот когда мы сносим это, деремся тут же, а не вот тут же. Я бы на самом деле вообще сносил бы для начала вот это, а не просто дрался, допустим, наш... Есть рычевые герои, можно, блядь, ебашить в тауэр. Ну, давайте так, тогда мид снесем, мы там тоже полтауэра снесли, уже минут 15 назад. Так, ладно, парень, нормально, все нормально. Сидь, ничего, это на пустом месте. На пустом месте, давайте еще раз, значит, пойдем вот так вот. Хуй знает, типа, вот я мёртв, мне 5000 до бабочки. Да, пойдем. Там Тини без байбека. Я боюсь, что не поможет уже бабочка там момент. Я пофармил. Ребят, внимание, Тини без байбека, мы его убиваем, все. В кармане победа. Победа в кармане. Я жду вас на миде, то иначе. Не, не на миде. Мы а вниз. Опять вниз. Хорошо. Внизу мы его хотя бы убили. Сейчас тоже повезет. Обязательно повезет. Мне повезет? Да. Пора тульту, я думаю, кинул сейчас. Ему не повезет. Смотрите, оп, отпрыгнул тульты. Нет? Тульфак наебал. Чего мид? Блять, я выпал, короче. Вот сюда пошел Тини. Давайте сплитпушить тогда, если никто не хочет сходить вместе. В смысле, я готов вниз пойти, но вы так вместе, я отпушу пока что. Не, я понял. Я в засаде, давайте, я в засаде. Я в засаде, пойдем под Аркуси. Ну, слушай, они типа все здесь. Ну, я хочу просто очень сильно себе халибарду дофармить. Так она у меня есть, пожалуйста, еще и Тини. Факт, две халибарды лучше, чем одна халибарда. Все равно Тини не затыкает у ПКБ. Ты можешь кинуть, ребят, они кончаются. Мид идут, смотрите. Ну сейчас мы придем. Придем же, Илюх. Ну, они да, проебали все. Они как обычно ульта аппарата в траву. Одну они потратят сейчас этот крипчик еще. Бах, бах, бах. Они нет, не совсем. Кстати, на мне от кого-то этот Кирас, да, вот, походу, от него. Андрей, надо. Все, иду. Иду, ребят. Только в ебальник не получите пока раньше времени. Тини не бьет, блядь, он просто сосет хуй. Пойдем дальше, заставим его продолжать. Они смог. О, прыгай, фак, прыгай. Он же прыгал. Так, прыгай, умой. Пожалуй, ребят, пожалуйста. Фига себе, вот это комбо, видели? Он его отталкивает, чтобы... А на развороте не хотят они?
Да хватит! Короче, фак, прыгай, умывай их. Я не могу прыгнуть, я под ультой аппарата. Ты можешь, ты можешь! А, стоять. Лица. И вот в тине. Не бьет, не бьет инвокер вообще. Бля, я эту фразу уже слышал, но в тот раз не бил кто-то другой. Ну и тинь тоже не бьет вообще. О, да. Так, что ты там говорил прожимать? Меку, а ты не хочешь Андрюх? Спасибо. Блять, я отбежал. Ой, ульта аппарата мимо. Аппарат MVP. Нажмешь ему? Фак, давай. Ага. А, вот тут проблемка. А теперь он не бьет, а теперь он не бьет! Ну я понимаю, что там БКБ, но надо же было кидать. Там сзади Рубен стоял. Не, я говорю то, что прожать сразу спел, чтобы он. Так, и дальше. На нижний коридор, ребят, на нижний. Блять, я надеюсь, он не ульту мою спиздил, я не помню, прожимал ли я последний. Фак, нужна твоя помощь сейчас, чтобы он не бил дальше. Я мертв. Фак, ты что ж ты молчал-то? О, ребят, смотрите, кто. Ну, я тебе зох, наверное. Нет, ты не можешь. А, боюсь, что смогу. Ты не можешь, фак. Ой, не фак, Митяй. Митяй, за руку. Митяй! Я на тебя еще раз повешу, армор. Если я могу, наверное, байбек. А как, на какую кнопку нажать, чтобы упасть на него? На 7. Да, ребят. Ну, у меня на 7. Так, сейчас ты упадешь, у тебя, блядь, шея, этот, панда пизданет за это. Нет! Ну падай, дура, блядь. На, нахуй. А, нет, он засмотрелся еще один. Че-то баба бетанул, походу, дело. А, так, слышите, это походу драка намечается, ребят. Я бетанул, ребят, это ж я... Ща-ща-ща. Они же все мертвые, лол. Ща, падай. Блядь, не хватает на ульту. Я заебался стоять в баше. Андрей, как насчет башиться всегда? Я заебался стоять в баше, это просто... Не. Тебе кажется. А есть ультануть? Не, ладно, нету. Хреба надо съесть сейчас. Съешь хреба? Хреба съешь. Хуйни ульт у него. Ааа, блять. Ааа, блять. И летит за ним. И летит. Как жестко летит-то. Как летает-то. Она бесконечно. На них, на него. Подходит, крипы подходят. Нормально. Че ты изи? Я что-то 20 уровней. Мне кажется, надо похвалить Илью, MVP матча. Да, Илюх. Илюх. Чат абуз. Принять. Не репорт, а коммент. А, бля. Плеер. Сори. Корона. Я сори. Как раз то, что замьют это за войс абуз, да? Или за что? Да. Хвалис. Давайте, парни, я люблю там с ботами играть. Так, Митяй, ну что там, вылупляешься скоро? Я здесь. Я могу даже тревал купить. Тревал, можешь. Так, ульта аппарата полетела не точно. Ты гой, не слышишь? Типа вышки нету. Секунду, либо зашли. Секунду, я это. Ребята, меня подождете? Артефакт сначала. Так, а у нас фак с этой, с кнопкой. Кнопкой. Ребята, подождите, не жмите без меня кнопки, я тоже хочу. Блин. О, нихуя себе, какой тинемон. И что ты думаешь? Алибарда за алибардой. Ой, боже. Вот теперь БКБ. Все, хорош. Ну все, БКБ выманили. Две алибарды, БКБ, все грамотно, тайминги там. А ты там рефрешер. Ребят, я иду. Ты нормально, Андрей. Так, и что дальше? Давайте теперь биться за трон. За трон биться постоянно. Подожди, я сейчас проказ дам. Дайте это. Дайте. Так, ребят, 17 секунд, я. Меня не трогать, я в отпуске. Я в отпуске. Ага, из инвиза нельзя, да? Ну-ка. А что она не падает? На F7 или на что? Точно на F7. Не, она у тебя упала. Попробуй еще раз. Ну, я не знаю, на F7, не на F7. Ага. Давай, попробуй еще раз. Сейчас, попробую. Да. Вот так вот, нормально будет? Да, неплохо, кстати. Вы бы не фидели без байба, а все понятно. Все нормально. Ты не фидим. А, номер. Ребят, кстати, байбекнулся. Так, подождите. Насмешка. Вот, F7. Так, опять там байбеки. О, зашу. Ребята! А-ля-ля. Красава, кекс. Кто не видел вообще, кому показать? Покажи, кекс. Сейчас, ну надо где-то. Врагам покажи, вот Тини покажи. Сейчас, покажу. Я заткнул его, показывай. Ну дай покажу Тини. Бля, сейчас байбек показывать. Давай, беги, Андрей, я буду где-то рядом лежать. Я, мне кажется, недалеко убегу.
Беги, беги, нормально. Это просто чё, вперед. Блядь? Не дерись. Они не стоят того. Не то чтобы ты нам важен вообще, парень. Убивайте тени, я ему показать хочу. Ничего. Подождите, не убивайте, ребят. Показал? Катапульты что-то там это. Катапульты показал. Катапульта мне стрельнула. Всем показал. Хорошки. А пойдемте аппарату на фонтане покажем. Смотрите, ребят, артефакт, который я не прожимаю никогда. А на фонтане ульта тоже будет? Можешь на хилки на дрюс? Значит, нет. Себе надо. Ребят, на фонтане тоже ульта будет вечно летать. Весь враги есть, да? Да. Пойдем, сейчас враги есть, Митяй, смотри. Враги, блядь, есть. А если нет, то мы найдем. Че они меня стреляют? Я же просто ЦМ. Ой, пошел ты нахуй, аппарат. Просто иди ты нахуй. Вот как можно перед смертью кинуть часа на ульту? Я бы жил, я бы регенился, да, я бы жил. Ладно. Куда этот уехал, парень? Вот так. Тини нуб. Правильно? GVIP надо писать. VIP. Ах, они стакер, чертовы. О, Илюхи ТБД. Илюхи один до ТБД. Да, сейчас. Да, один матч мне рейтинг дадут. Воу. Я стану. Ты уверен, что хочешь его знать? Нет. Ребят. Я там два раза проигрывал, как раз. Я все уже. Я больше не могу, ребят. Дота говно, серьезно. Невозможно спорить. Конечно, не кокаин возьмет. Такое дерьмо, я не знаю, кто придумал эту игру. Ладно, парни, спасибо за игры. Давай, удачи. Давайте, пока. Давайте, пока. Дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели. Видим с вами в следующий раз. Пока 3-минутная рекламная пауза на прощание. И все. Завтра, я надеюсь, успею до официальных игр постримить. Но если все-таки не проснусь так рано, то, значит, будет только ночь. В общем, спасибо всем большое. До свидания. 3-минуточку обязательно посмотрите. Обязательно.